искусство, танцы, творчество делают жизнь лучше, потому что человек чем-то занимается. Жизнь наполняется благодаря танцу, искусству. Нужно обязательно иметь целеустремленность, потому что если ты идешь, замечаешь, что у тебя что-то не получается, и пускаешь руки, у тебя же никогда ничего не получится. Ты так постоянно будешь на полпути останавливаться. Я создам свою студию, буду ставить постановки. Я бы в своей студии хотела видеть и маленьких детей, и уже подростков, и старше. Потому что если ребенок маленький, то ему интересно какие-то новые знания давать, с ними интересно работать. Я вообще люблю детей. Я, конечно, еще сама ребенок, но просто. Вот. Со старшими тоже было бы интересно, потому что они обычно не разговаривают на тренировках. И получаются красивые постановки всегда у старших групп, я заметила. Потому что они не отвлекаются.